Всем привет, с вами Сумрак. Начинаем обзор последнего КВ. Победили мы в нем с горем пополам. Почему с горем пополам? Потому что клан, как мы думали, начнем снизу вверх, по своей сути слабый, но нам оказался, как ни странно, не по зубам. Просто обзор с 15 по 1. По идее ничего сложного для 6 уровней, ничего сложного для 7, но оказалось, что вот это вот все, две дорожки, это жесть для нашего клана. Видите, на 2 звездочки. Повтор недоступен из-за обновления. Тоже хитро выполненная база. Войска не могли дойти ни в центр, ни с боков, пока Артем в конце концов не прошел эту базу и не выбил нам своими силами победу. То же самое, Виктор Свит. Ну, что-то никак не получается еще у нас. Главное, их и по именам не назовешь. Корейцы, не корейцы. Вот, Зепалала. Хан МГ. Ну, вот, пришлось мне добивать. Хотя Стигом шел тоже ужасную глупость спорол. Ну, сейчас посмотрим. Базы недокачанные, несложные, по идее должны проходиться легко, не выбиваются и все. Вот тут у меня свинки, сразу могу рассказать, прошли, добежали до конца, и вот в районе 3 башен колдуна благополучно поулетали и умерли. Поэтому только успел одну звезду выбить. Повтора нет, повтор невозможно посмотреть. Вышло микрообновление. Качай за один кристалл шахту, будет вам счастье на сутки. Ну вот Леша Сид тут без вопросов проходимая, хотя думал я, если что, нападать на него свинками вторыми. Какие эту базу Леша выбил, молодец, красавчик. Ну и первого решили не трогать, дабы самим по себе не тратить кубки. Значит, сейчас бегло пробежимся по военным событиям, так как половины повторов просто нету. Ну вот Алексей самый первый у нас напал, выбил 3 звезды свинками. Я попытался Гуиджи, не помню, что стало с ним. Сан Саныча тоже не пошло. Андрей, это Саня, который постарше, у Славки тоже. 2 Джули, я бы нападал 1, Костя. Атака отбита, не выбил. Артем одну. Я вот одну свинками того Тима не смог вышибить. Твих напал на 14-го. Большой наш залетчик, без разрешения, без ничего. 7-й ТХ пошел на 6-й. Ну, это правильно, я бы его, конечно, и отправил. Но не спросивши такое, лучше не делать. Так, из Кости одну выбили. Хан 2 выбил с Андрея. Битер Свита не смогли побить. Фалкон не смог побить Стиг. Короче, Стига выбивали все на одну звезду. База нормальная. У Сан Саныч не получилось. Сержик тоже добивал Биаш. Это 15-й. И пошли атаки тупо на нас. Одна звезда с Андрея, одна с Джули Варьер, 2 с Фалкона, 3 с Артемки, 2 с Сереги, 2 с Кирилла, 3 смог выбить их неблатной, с Сержика 2. Тут Саня нападал, Саныч отразил атаку, Фалкон одну выбили, опять не смогли выбить. Вацлав проиграл на 2 звезды. Опять на Стига нападали уже под самый конец войны, одну звезду. Славка смог опять одну, и вот победный марш, за что Артем получил 40-1, вывел из прям башни. Правда, опять же, не всех Артем, это, по-моему, здесь вот видишь, смотри, остались еще воины. Вытянул не всех. Мы все сидели, скрестивши пальцы, что
чтобы ты смог уже с них выбить. Я бы, конечно, их оттягивал бы направо, чтобы ты справа хотел заходить. Надо было и воинов бы направо вытягивать, чтобы вот этих не терять, которые отбивают. Видишь, еще два мага осталось, паразитически. Плюс Тесла еще заманила. Большую бомбу. Это, ну, очень непонятно, как крендуля строили, это все. Это ужасно. Для меня это ужасно. Чуть-чуть ускоримся. Много ловушек, это и так видно. Мы воины проходили. И хилочки вовремя, в принципе, пущены. То есть гиганты всю их защиту брали на себя, на свои толстые шкуры. И били. Время их лечили. Ну а король со свитой шел вокруг, разбивал все на свете. Мы уже радовались в том, когда только две выбили звезды, три звезды. То есть это уже была победа на одну звезду. Когда мы смотрим по времени, что ты успеваешь, и третью убивать, радости не было. Респект. Так, ну, в принципе, рассматривать нечего, потому что по этим повторам надо смотреть первые атаки. Можем вот, допустим, Халкона посмотреть, как была атака. А, да, то же самое, видите, вот на это. Выводил направо. Блин, ставлю на паузу, иначе насморк. Слышим все. Выманивал, выманивал, вроде бы все правильно. Опять же, видите, гиги идут отсюда вправо, все, все вроде бы по технологии. Эти бомбы, все это работает. Во-первых, гиганты не вошли вовнутрь. У меня был залет на стиге. Рано разделил гигантов, они пошли вместо первой стены, еще и во вторую нырнули сразу, там король просто добил. Ну, так я понимаю, у тебя нет. Хилка уже поздно. Кстати, ты правильно, ты ждал там, пока выйдешь ПВО. А, король-то есть, потому что короля ждал. Была короля вместе с магами пустить чуть-чуть раньше. А все видно, когда уже после боя. Если было больше времени, все бы успевали везде. Ну, ничего страшного. По войску, по составу, отличный состав. Я примерно таким бы нападал. Ну, клан какой-то неудобный был. Особых претензий, кроме Твиха, никому нет. Твиху претензии простые. Где вторая атака? Последняя КВ. КВ пройдет. Будешь так воевать, уйдешь за забор, как говорится. У вражеского клана то же самое. 49-й просто плюнул, понял, никого не нападет. 12-й у них, видать, просто спал чувачок. Его сразу выкинули из клана. А все остальные, пожалуйста, смотрите, воевали. Кто как мог. Но вот это, допустим, у Брайанта, этого атака на Твиха, это писец. Вот он посильнее никого не мог подобрать. Твих у нас, пожалуйста, посмотрите. 14 место. Как у них Крендель на втором месте нападает на 14. Вот поэтому не проигрывают. В общем, ребята, выиграли не мы, проиграли они просто. Вы бы хрен вытянули. Я его Да, и напомню, следующее КВ проводит Леша Сид. Я ему пообещал это. Особенно, раз он выбил по 3 звезды. То будет командовать он. А следующее КВ, скорее всего, будет Кирилл. Кирилл будет командовать на КВ, когда будет у нас 20 человек. Потому что у Кирилла была своя тактика. Я хочу ее увидеть. Я не был ни в одном клане. Весь опыт у меня приходит внутри нашего клана. Поэтому будем смотреть, как командуют другие. Еще напоминаю для всех, чтобы таких вот как Брейн, Денис,
Просто вот я просто перелистаю, что тут. Это Лёшка у нас бегал туда-сюда. И тут так вот просто чувак раз и покинул клан. И причем мгновенно перешел. Ага, уже даже не в клане. Он там уже посидел в каком-то клане. Буквально. Херню делал, блин. Так, ребята, не уходят. Надо уходить. Сказать, до свидания, спасибо, что я был в вашем клане. Или написать, что не нравится. Мы любим критику. Только по делу. Никто не говорит, что мы идеальные. Могу сказать, допустим, кто в клане вот качается правильно. Это я уже на втором аке качаюсь правильно. Не хвастаюсь этим абсолютно. Ну просто качаюсь, не перехожу никуда. Все орудия до единого вкачаны. Нечего качать. Абсолютно нечего качать. Только вот осталось докачать еще хранилище. И шахты. Сборщик эликсира. Золотую шахту. Все, остаются казармы. Нет еще казармы. Там я, кстати, сейчас мух вторых улучшаю. Два дня осталось. И забор. Не пойду на 8 ТХ, пока последний забор не поставлю. Вот последний поставлю за 200 тысяч, когда у меня там будут последние. Только тогда начну собирать на следующий таунхолл. Вот так всем надо качаться. Поэтому критики в такую сторону, допустим, к такой базе. В такой базе не может быть претензий никаких. А такие претензии к нашей остальные базы, также и моя, конкретно недокачана. Я переходил сюда с развитием практически 6-го таунхола. Теперь я долго сижу и мучаюсь. Практически. Да что практически? Да, с весны я на 8-м ТХ сижу. Даже заборы не докачал. Ладно, это все лирика. И напоследок хотел показать несколько красивых баз. Просто несколько скриншотов. Это, допустим, красивая база. Интересно, как она в защите стоит. Я думаю, офигенно держит. Лёша, Сид, можешь себе попробовать, кстати, такую. Ну, я лично для себя хочу. Вот таких называют донатеры. Потому что тут продоначенное все. Такой забар вкачать. Это как кошмарно. Вот еще один. И дальше у нас Бэтмены. Летучие мыши. Очень много разновидностей летучих мышей. Мексиканские, с любовью кому-то, сердечечко. Фантазия у людей большая. Мышь, наверное, местного масштаба. Люди прикалываются, главное мышь. Мышь, 10-й ТХ, но мышь. Вот она потухшая, инферно. Мышь. Воробей, наверное. Мышь на мышь. На этом заканчиваю. Всем удачи.